Итак, еще раз всем добрый день. Вот уже немного освободился. 3 часа дня уже. Практически вот кое-кто повылазил. Ну, половина. А половина сидит в голубятне. Там такой галдеж. В общем, голову голубям напрочь все снесло. Они паруются, они с ума сходят. Тем более солнышко, плюсовая температура. Голуби, не знаю, вон, потоптались в лед. Некоторые туда-сюда мотаются. Ну а некоторые там до такой степени, вон там белому, таких надавали. Вот он. Сейчас покажу. Всю шею раскрывали ему до крови. Уже вот он. Это не мазанный белый. Добили его там. Отвоевывал он гнездо себе. Вон. Расклевали всю шею. Уже он не может и ушел. Это вот мой перка с остальным хвостом. Пока не выпустил голубок, жили все тихо, мирно. Сидим, напыжимся. А сейчас все. Сейчас уже им не до меня. Они вон все с ума сходят. Вон белый такла уже гоняет. А где голуб? Голуб вот он сидит. Такла. Те даже и не собираются выходить. Одни вон в снегу купаются. А там еще пол будки сидит. Сейчас попробую выгнать их. Ну, из голубятни даже не знаю. Получится, чтобы они не полетели в лед, не пошли. Кто его знает. Как и говорил в прошлый раз, сразу же с голубятни голуби сорвались в лед. И несколько штук не пришли. Так, вон тут еще хватает этих мерзавцев. Сейчас свою палочку возьму, попробую их выгнать. Не хочу, чтобы голубки эти все сразу в лед ушли. Тут еще целая куча. Вот она, орава. Давай, пошли отсюда. Иди. Мне надо под хвост давать, чтобы они повыходили. Давай. Давай, 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 давай. Чувствую, начнется сейчас проблемы с этими голубями. Давай. Уходите, давай, 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 на улицу. Давай, старый, на улицу. Вот так. Сейчас попробую закрыть. Закрою голубятню. Литок пока не буду закрывать, а то они в лед соскочат. Вот уроды, кто-то пошел. Вот собаки, а. Да пошли вы. Вот скоты, а. Срываются. Полетели, а. Вон они. Вот кто их просил, а? Ну, может, сейчас завалятся. Вот персичонок мой полетел. Давай, давай, садись. Может, не пойдут.
Вон они что-то крутятся. Все-таки оторвались, чуть-чуть полетели. Думал, упадут. Ого, какой-то ржавый на землю куда-то туда приземлился. Вот так вот. Скорее всего, это голубка будет. Вот они, куча. А ну-ка я сейчас попробую этих. Уже ладно, уже этих поднял. Уже у самого и руки чешутся. Кто еще пойдет? Ух ты! Ага, мраморная голубка. Забой. Так, там кто? Пискуненок, что ли? Сел. Кто-то чернохвостая пошла в лед, голубка. Вот она. Ну, я думаю, такой толпой они не поднимутся. Хотя я ни в чем не уверен. Вон там орлы сверху летают. Может быть, и не пойдут. Так, кто-то там. Белястая голубка оторвалась. Вот она. Полетела все-таки кучка. Да. Так, разбиваются в две стаи, это очень плохо. Сейчас может одна стая оборваться. Уже четверо космонавтов отдельно поперлись. Это очень плохо. Надо будет осаживать. Вон чернохвостая, вон она играет, голубка. Все, почувствовала небо. Собака, а? Вот они разлетелись. Ого, что это? Ого, дикая темная голубка. Вот так вот. Вот. Пересидели мы. Пересидели мы в голубятне. Надо с хвостом что-то делать. Хотя и мне ее лед сейчас. Вот они как стая в стаю вклинились. Бараны. Вот, и играть кое-кто начал. Вроде бы никто и не особо не пошел. Вон этому всю шею расклевали. Вот он белый сидит. Вся шея в крови. Боевик. Так, эти уже вот кое-кто на посадку. Эти тоже. Вот чернохвостая моя. Садитесь. Так, опять у меня черный, еще кто-то умотали. Вон они двое, вон там черный играет. Сейчас приближу быстро. Вон оно. Вот. Собака ушел, черный ушел, и еще какой-то светлый улетел. Троечка наверху мотается. Вот этот в прошлый раз, вот он хвост ему выбил кто-то, прилетел один под вечер.
Я уже голубятню закрыл, вот этот еще прилетел, космонавт. А вот куцы не прилетел. Пирсючонок что-то старается, вот он. Вот он завис. Молодец, тренируется. О, вороны. Ух ты, это дикая опять вон. Надо ей удалить. О, на дерево, до дерева. Ага, сейчас зацепится на дерево. Дотянул. О, ворона вклинилась в голубей. Вот. Белестый. Так. Остались. Что-то черного наверху уже я что-то не наблюдаю. Что-то я прозевал его. Какой-то один опускается светлый. А, нет, они вон они. Вон они, парочка идут. Черный еще какой-то. Вон они там. Этот черный когда-нибудь долетается. В прошлый раз отлетал более 3 часов. Да. Вот так вот природа. Чуть-чуть солнышко. Женщины на горизонте появились. Вот они себя очень смирно вели без голубок. А голубки посадились на яйца. Сами по гнездам сидят. Уже и яйца наложили, с ума тоже сходили. В общем, вот они как закручивают над чужим домом. Вот так вот. Ишаки, о. О, и где начали играть? Ах, скотина черный. Вот она, чернохвостая моя. Вот. Вот уродцы. Бздюхают. Кого бояться, а? Никого нету. Вот один белокрылый тут завис, ага. Теперь ему же и антенны не хватает, до хрена их осталось. Вон белый перс завис. Ага, вот он сокол, вот он пошел. Вот он сапсан. Что-то я смотрю, голуби начали дикарить. Вот один упал и черный. Черный тоже упал, вот он. Так, а сапсан? Сапсан пошел куда-то вниз. Даже я не видел, он погнал кого, нет. Вот они эти скинули. Черный скинул высоту. Вот он. Черный скинул. И мраморный. А еще кто-то был с ними. Так, давай на посадку. Так, это молодой белокрылый. Это... Вот эта голубка, по-моему, пирсючка. Вот она, сейчас. Давай. Садитесь. Осталось. Не знаю, кто-то еще был наверху и что-то я не видел. Но сапсан, вот он, персючка моя. Сапсан ушел пустой, он кого-то вроде бы погнал, не знаю. Может быть и моего. Наверху он выше средним был. Вот он. Эй!
И шаг. Думал, выход в стол, думал, сыграет он. Полетел дальше. Вот они что-то как начали дикарить. А вон дикарь. Дикарь прошел. Белый-то играет, не играет. И вороны. Все. Ладно, на паузу пока посмотрю. Так, ну в общем, три штуки остались, а три голубки. Вот мраморная молодая, черная и белая, это вот вольерная голубка. И вон еще сверху, вон оно, кто-то опускается. То ли мраморный, то ли какой. Вот я переживал, что я прозевал атаку. Ну, в общем, я думаю, вот она. Мраморный какой-то. По-моему, мраморный опускается. Рыжий мраморный. Я думал, все-таки сапсан не взял. Он и пошел туда пустой. В общем, начнутся сейчас у меня мучения с этими, с этой паровкой, с этими голубями. Они с ума сходят. Ну, я решил пока вот заморачиваться не буду. Вот подожду, начну разбираться пока, видимо, со своих черных. Вот она садится. Со своих черных начну разбираться. Кое-что надо будет убрать. Наверное, будет из черных. И посмотреть, кого с кем паровать. Вот она, голубочка, персючка. Ах ты, гадь. Ай, это вот так. Вот так. Вот так. Ой, да ой, куда ты, куда? Ты посмотри, на забор села. Не могла выше. Она хорошо бьет. И голубь тоже. Вот от них у меня, да, это рыжий мраморный. Вот он как дикарь летает. А оборвался сразу. Поперся туда. В космос. Вот оно. Ну, летает со страхом, как зыч. О, что за полет у него? Хотя знаю, что играет. Это голубь. А ну, да хрен там. Ни разу. Так, чё боится? Вот такие вот дела. В общем, оставил две пары я. Пару черных споровать в старой голубятне. И пару краснорябых челей своих споровать. Ну, в общем, и все. Пока не споруются, будут сидеть там. Вот, сегодня там он поставил капкан один. Ну и отраву раскидал от крысы этой. А то она натворит мне делов. Вот здесь ничего нету. Здесь один раз всего лишь видел как-то одну мышку. Но больше ничего не видел. Слава богу, ни крыс, ни ничего не было здесь. Фу-фу-фу. В огороде, видимо, здесь холодно. Там будка более теплая. Там снизу помещение, там сарай. Там, в общем, не продукт, а овощи, там картошка и все остальное. Видимо, она там где-то живет. Одну до этого выхватили. Попалась в капкан. Вот такие вот дела. Ладно. Вот и все. Немножко кто-то немножко пролетел, кто-то не полетел. Ну и зато вроде бы сегодня космонавты не полетели, и потерь нету, пусть гуляют, отдыхают. Уже вон несколько штук уже через литок полетели в порядке наводить. Вот так. Лучше бы, наверное, мороз был, чем вот такая погода, что им крышу сносит. Ну и будет возможность, съездить в Пятигорск в воскресенье. Вот надо будет посмотреть, колечки купить и разобраться со своими чернышами. Кого с кем паровать.
потому что есть более-менее достойные тут, ну а есть так себе. В общем, с ними надо разбираться. В принципе, они и все неплохие, они летают очень хорошо, ну кто-то курочки, кто-то как-то, ну кто-то и, конечно, и помоложе, тут всех возрастов, поэтому кто-то и рано стал играть, вот тут две голубки по белым кольцам, одна молодая, другая постарше. Вот, до этого вот показывал голубка черная с перышком под хвостом с белым. Вот она хорошая голубка, поэтому надо подбирать неплохие голубов. В принципе, особо с большой игрой не надо, ну, потому что голубки в основном у меня чересчур бойные. Вот так вот. Ну, придется мучиться. Мучения начинаются потихонечку. Ну, другого выхода нету. Никакого выхода другого не вижу. Ну и потихонечку буду поднимать по возможности. Без фанатизма, но надо потихоньку. Вот и обязательно, чтобы такла мой свою жену нашел, чтобы никто у нее не отбил. Вон я голубку порезал, таклу, где-то она здесь, она вон в снегу накупалась, не знаю, где-то здесь. А вон она сидит, чухается. Вот такие вот дела. Ладно, сейчас открою, и пусть они отдыхают. Ладно, всем удачи, всем пока.